Бизнес-класс для бизнесменов. Сегодня Сбербанк и Google запустили в Чувашии совместную обучающую программу. Она должна помочь простым горожанам открыть свой бизнес, а действующим предпринимателям выйти на новый уровень. Видеоуроки, вебинары, тестовые задания, встречи с опытными экспертами. Состоявшимся бизнесменам и тем, кто только начинает свое дело с нуля, предлагают выбрать курс с учетом их основных интересов и потребностей. Программа эта дает не только методологию и теоретические знания, а как раз то, что интересно, она в большей степени дает практические знания и практический опыт ведущих предпринимателей в отдельных отраслях. Всего организаторы планируют провести 4 очных мастер-класса. На них смогут попасть самые активные участники программы. Организатором проекта выступил Сбербанк, а программа реализуется при участии компании Google и поддержке правительства Республики Чувашия. Ну, в целом малый бизнес развивается. У нас есть как финансовый инструмент поддержки, это гарантийный фонд, микрокредитование, гранты по первому взносу по лизингу. Гранты на переснащение оборудованием. Строятся, вы знаете, 2 индустриальных парка, где могут регистрироваться резиденты. Соответственно, в этом году мы уже ждем запуск новых производств. В целом, малый бизнес занимает 1/3 валового регионального продукта, порядка 1/3 занятых. Соответственно, есть положительная динамика налоговых поступлений. Я надеюсь, что наши предприниматели активно примут участие, зарегистрируются и, соответственно, пройдут обучение и получат новые знания для развития бизнеса и в целом для развития республики. Занятия начнутся 19 июня, продлятся они 5 месяцев и будут абсолютно бесплатными для всех желающих. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.